Значит, в настоящее время мы устанавливаем обычные электронные приборы учета. У них произошло окончание срока межпроверочного. Значит, либо данные приборы учета неисправны, либо это обращение от потребителей. С моего, скажем так, баланса снимается данный прибор учета, то есть я не несу уже за его ответственность в случае поломки, выхода из строя, мне не надо проверять его каждые 16 лет.